Представители Центра военно-патриотического воспитания молодежи провели встречу со студентами городского многопрофильного техникума. Такие мероприятия проходят в рамках оборонно-массовой работы в учебных заведениях республики. Представители центра предложили вступить ребятам в свой отряд волонтеров. Учащимся техникума также рассказали о том, чем занимается организация, о планах на ближайшие 3 месяца и подготовке ко Дню Победы. Работы много, без помощи молодежи не обойтись. Участники мероприятия также посмотрели промо-ролики о военно-спортивном лагере «Балц» и краеведческо-туристическом «Горец». Там ребята смогут поработать летом помощниками инструкторов. Для этого нужно будет пройти специальную подготовку в Комитете по делам молодежи. Сегодняшнее мероприятие было полезным скорее не для меня, а для аудитории нашего техникума, так как они будут вовлечены в Центр военно-патриотического воспитания молодежи, что немаловажно и для меня, и для жизни техникума в общем. Мне будет приятно, если студенты нашего техникума будут сотрудничать вместе со мной и помогать в организации достаточно крупных мероприятий в нашем городе. Мне кажется, у ребят хорошая возможность появляется научиться чему-то новому, получить колоссальный опыт, потому что это необычный пионерский лагерь. Там у ребят проходит подготовка по истории, по медицине, военная подготовка. У ребят есть возможность проявить себя в творческом плане.